4 декабря 2011 года фонд «Общественное мнение» на российские деньги, специально подчеркиваю, провел экзит-полы, опросы на выходе с избирательных участков. Опросы показали, что в городе Москве, цитирую по памяти округленно, КПРФ получила 25% голосов, «Единая Россия» 23%. Все другие партии, кстати, больше, чем потом оказалось при подсчете. Когда долго-долго считали результаты, дольше, чем на Чукотке, на следующий день оказалось, что «Единая Россия» за ночь увеличила свои показатели с 23 до 46%, а КПРФ снизилась с 25 до 19. Я другой такой страны не знаю. Вы знаете, что обычно расхождения с экзит-полами бывают в пределах статистической погрешности от 1,5 до 3%. Но это еще не все. Мало того, что данные ФОМ экзит-полов тут же исчезли с сайта, но мы успели их скачать, мы отправили, соответственно, с Иваном Ивановичем запрос в Центральную избирательную комиссию, получили ответ из Московской. Ответ был гениален. Мосизбирком социологических исследований на выходе из участков не заказывал. Все. Очень хотелось бы, чтобы 8 сентября, 4 декабря не повторилось.